Трекинговая палка от компании Nature Hike, модель ST06 First Snow. Эта палка выполнена в трехсекционном варианте. Две верхних секции выполнены из карбона, нижняя из алюминия. Такая комбинация, с одной стороны, дает прочность, то есть нижнее колено, которое чаще всего взаимодействует с камнями, там, испытывает на себе максимальную нагрузку и чаще всего в итоге ломается, выполнена из алюминиевого сплава 70-75. Верх сделан из карбона, карбон жесткий, легкий, и, соответственно, общая масса палки получается 200 грамм, что очень прилично для палки с ростовкой 125. Палка имеет пластиковые клипсы для регулировки. Есть несколько насечек для удобства подгонки по росту. Для того, чтобы отрегулировать усилие закрытия, есть барашек. Снаружи он пластиковый, а основание выполнено из металла. Соответственно, он легкий и прочный. Пластиковые клипсы довольно надежные для пешего и горного туризма. Плюс они меньше обмерзают, чем алюминиевые. Для более агрессивного использования стоит выбирать полностью алюминиевые палки. Они также представлены у нас на канале. У палки средней длины ручка из EVO. Ее можно использовать без стемляка. Здесь есть упор и сзади, и спереди. Соответственно, можно брать ее разными хватами. Это удобно, когда постоянно меняется уклон поверхности и не нужно регулировать палку. Стемляки сделаны из легкой стропы и имеют расширение посередине, туда, куда ложится ваша рука. Палка может быть полностью разобрана. Так она становится еще несколько компактней. Ее в таком виде удобно перевозить в чемодане, в бауле и, например, если вы жестко экономите объем при перелетах. Палка комплектуется наконечником для транспортировки. У самой палки твердоплавный наконечник, который хорош на жестких каменистых грунтах, соответственно, палка медленно изнашивается. Низ выполнен как целиковое изделие. Здесь есть небольшая лапка-кольцо. Такой лапки достаточно для пеших маршрутов. Если вы хотите поставить сюда снежные кольца, для этого есть резьба и, соответственно, можно поставить кольцо любого диаметра. Выбирайте себе правильные трекинговые палки, ходите в горы, ходите по равнине и чаще отправляйтесь на природу с друзьями.